Вчера без четверти 9 вечера в Екатеринбурге под колеса «Жигулей» 6-й модели угодила пожилая женщина. Нет, бабушка не пыталась перебежать дорогу на красный свет или в неположенном месте. Железный конь, ведомый пьяным водителем, настиг ее прямо во дворе своего же дома номер 28 по улице Ильича. Потом здесь вот так переехал, и бабушка там выходит. И она прямо от машину отталкивается и падает. И ей прям переезжает прямо эту ножку. У нее вся она опухла. Вообще жалко бабушке, конечно. Виновник происшествия, 47-летний Игорь Лукин, не заметить, что ударил женщину и проехал ей по ноге, не мог. Однако, как ни в чем не бывало, попытался продолжить свое движение. Столь наглое поведение шофера вызвало праведный гнев очевидцев, которые поспешили пресечь эту преступную дерзость. Мы быстренько забрали с помощью молодого человека ключи и остановили водителя машины, хотя они хотели уехать. Скорую быстренько вызвали и также вызвали милицию. Благодаря оперативности и неравнодушию прохожих, травмированная женщина была вовремя госпитализирована, хотя нога в ее возрасте срастаться будет довольно долго, а виновник аварии понесет справедливое наказание.